Всем здрасте! И вновь наступила зима. Холода. Мы залезли в такие дебри. Совершенно непонятно зачем. Но... Ну, в штыре у нас так. Да, так получается. Нашли сейчас ручечку от конской упряжи. Сейчас прикреплю сюда. Маленькая, что ли? Называется это монета. Чего? Советская копейка. Советская? Ага. Да еще и поздняя. 65-го года. Оригинально. Оригинально? В таких дебрях, что просто вилы. Мы гуляем. Хотел вам показать, как лосики кору обжирают. Видите, упавшее дерево, все съедено. Вон дальше смотрите. Все пообъели. Нижними своими зубьями. Верхних зубьев нет, потому что сверху растут рога, кто не знал. Лоси нижними, как таким экскаватором, зацепляют кору, обдирают с деревьев. Интересно, такой бурелом, попадаются черные сигналы, гвоздики от подков, всякие такие штучки. Но пока интересного больше ничего нет. Смотрите, даже в таких дебрях иногда попадаются кормушки подъездов машин. Чего? Кто? А, попадаются. Видите, сюда как-то приходят. Солонец полный, значит, были недавно. Откармливают. Это хорошо. Это просто замечательно. Да? Ну, сейчас вот туда и уходим. Чего? Сейчас пройдем, посмотрим, что тут было. Ладно, уходим, чтобы лосяшей не смущать. Следов моря свежих. Вот мы где-то рядом с ними ходим. Естественно, они заранее нас чуют. И не сталкиваются, ну, то есть не стараются не пересекаться, им это не нужно. Поэтому бояться их особо не надо. Только в период гона они, да, могут быть чуть-чуть нервны. Вот, но сейчас нет, сейчас не про то. Немного отошел от кормушки, сигнал, и опять совет. И опять копейка, и опять 61-й год. Здесь идет просека, сейчас мы посмотрим, что на ней было. Вон, где Люб ковыряется. Пока непонятно. Что там? Совет? Какой? Щитовик. Очень хорошо. Вот вам, ребята, старая советская просека. Сейчас идем по ней, собираем, соответственно, удочные пробки. И как вы думаете, что вылезает? Мы аж на жопу присели, кажу. Вот такая штуковина. Чуть-чуть лопатой его бамкнули. Ну я, блин, думаю, пробка. Ты посмотрите, какая хреновина. Ну, господи, прости. Какой крестяра. С ладонь с моей, у меня рука здоровая. Келевик, это же, да... Гнутенький маленько, его даже трогать не надо, его помыть и... С моей пальцы целиком. Офигеть.
Ну, я думаю, что мы лайки заслужили за такие находки. Вот вам и старая советская просека, понимаете? А бог его знает, что здесь было раньше. Никто не знает, никто не узнает. В хабарницу-то еле влезает. Ага, не влезет только наискосок. Прикольно. Вот так вот. Давно здесь по ней не ездили? Как же они к солонцам-то к этим попадают? Ну, как-то попадают. Они же не на горбу. Слышишь, соль такую столько на горбу тащить? Так да. Я ручку эту на пробочном поднял, вот по траку. Все цветные надо копать, особенно в таких местах. Сохран-то какой здесь же песок. Ну, вообще зачет. Шли, Эквинокс над елкой засек сигнал. Достали какой-то кругляшочек такой, с капсулу размером, наверное, если не меньше. Сигнал продолжился. И оп! Вот эти советы я очень люблю. 22-й год. 15 копеек серебро. Сейчас фокусируемся. Вот такое. Обалденно. Вот это сегодня мы нашли дорожку. Ну и в прошлый раз мы в прошлом видео, наверное, видели, да? Ну там в основном советы, но серебро там тоже было. Так оно советское серебро. Советское. Так что пока исследуем здесь. Давай. Вырулили. Здесь, короче, посадки были, советы, все переворотили. Здесь куча тракторины. Потом мы по той дороге, где крест нашли, в другую сторону сходим. Да вообще нужно посмотреть, что это за дорога. Шел фольговый сигнал уже. Ну, вот этот вот холм, где мы входили. А, ну, в принципе, я его не показывал, а снимать-то дальше начал. Я аж чуть на задницу присел. Ну, сегодня и выход. Смотрите, какая красота. Это ложное витое кольцо Домонгол. Ну, так называемый Домонгол. Короче, старый-старый. Датировки бог его знает какие, но кольцо очень старое. Прям сверху. Что-то здесь было. Что? Пока непонятно. Будем проверять, смотреть, искать, изучать. Друзья, вон там сейчас подняли колечко ложное витое, пряжечку маленькую, ну такую. Что лучше одного килевика, как вы скажете, как вы думаете? Два килевика. Правда, сломанный. Половина была здесь, вторая половина здесь. И такой же здоровый. А я второй покажу сейчас, на ладошке оба выложу. Так-то положи так, что... Это, ребят, что здесь такое творилось-то в то время? Что такие огромные кресты теряли. Смотрите. Обалдеть. Такого еще пока не было. Мы еще, конечно, сейчас здесь полазим чуть-чуть. И потом обязательно сюда вернемся, когда снега не будет. Вот и находились мы сегодня. Пошел весенний мартовский снег. Подожди, апрельский. Сегодня 1 апреля. Вот нас приколол земляной дед вот этими находками. Я думаю, что мы сюда еще не раз вернемся. Сейчас отчетик. Вот отчетик. Оп. Кучи, малокучи. Находок мало, но шикарно. Два креста. Смотрите, здесь, скорее всего, Богоматерь. Здесь Иисус распятие. Ложное витое. Рядышком вот эта пряжечка. Тонюсенькая. Серебро, ручечка вот эта неведомая. Но это от конской упряжи, скорее всего, какая-то. Ну что-то да. Вот так. Ставьте пальцы, подписывайтесь, делитесь видосами.
если не жалко. Нам будет полезно. Всем здоровья, ребят, и всем пока.